Здравствуйте, казахстанцы. Я участвую в челлендже «Правительство в отставку». Учитывая экономическое положение в Казахстане и ухудшение социального положения нашего народа, я обращаюсь к правительству и требую выполнить следующие пункты. Первое. Выплатить единоразовую материальную помощь всем казахстанцам в размере 50 тысяч тенге. Второе. Снизить цены на бензин на 50%. Третье. Заморозить кредит на период экономического кризиса. Четвертое. Выплатить ежемесячно на период карантина всем медработникам государственных учреждений. Пятое. Выплата материального пособия многодетным и малоимущим семьям на период экономического кризиса. В противном случае при неисполнении этих пунктов я буду считать правительство антинародным и требовать его в отставку.